готовы смягчать денежно-кредитную политику. По нашим оценкам, это станет возможным к 2 году 2015 года. Также Елена Леонидовна прогнозирует, что в ближайшее время многие банки будут обращаться за капитализацией. Также 10 месяцев текущего года капитал банков увеличился на 9,6%, что перечислено на рубли, это 700 миллиардов рублей. Вот, послушаем еще один фрагмент из выступления Дорис Макарова. Для сохранения банками нынешних темпов кредитования многим может потребоваться докапитализация. Это задача собственников банков. Решение, которое покажет их ответственное отношение к бизнесу, кредиторам, вкладчикам банков. Сейчас ряд банков уже ведет работу по докапитализации. За 10 месяцев 2014 года капитал банковского сектора увеличился на 700 миллиардов рублей или на 9,6%. Безусловно, Елена Георгиевна затронула тему усиления надзора за банковским сектором. Так, с начала года были отозваны 8 запрещений организации, в то время как в прошлом году всего у 32 банка были заняты лицензии. По словам Елены Георгиевны, на текущий момент очень часто работает регулятор банковского сектора России и регуляторных участников уже проведена. А нет, тебе слово. Спасибо, Саша. С вами на прямой связи была Александра Сувора, Высший Совет Федерации. Наверное,